Хочу, друзья, поделиться своими впечатлениями о пляже Инжир. Да, пахнет очень приятно, очень хорошо. Тут можжевеловая роща, красота, но очень далеко от Севастополя. Очень далеко от Севастополя. И на яликах, чтобы сюда добраться, 200 рублей со взрослого человека, из детей одинаково. Ну, двухлетний ребенок вот с нами, вот за него не платили. Получается, 7 человек нас, за взрослых и детей, за которых нужно платить, заплатили мы 1400 в одну сторону. Столько же нужно будет в другую сторону. Так что, ребята, есть, конечно, тут и туалеты, и кафе. Вот. Как раз сейчас кафе проходим и будем направляться от этого места к самому пляжу Инжир. Это отсюда 700 метров. Заново. Покровский Сергей Киров. Наберете, и там у меня на странице все выложено. Заработок? От 15, ну, 10, от 10 до 25 он зарабатывает. Средний 15%. Да. У меня 20-25 всегда. Валюты, чисто на валютах, да? Да, еврофранк, евро-доллар, евро-иена, доллар-канадский. Это на Форексе или на какой-то другой бирже? Нет, там у нас Робофорекс. Робофорекс. 9 лет уже. Все работает. Все выводится, даже в крипту, все что угодно выводится полностью. Все. А выводится через какие платежи? Через все, через можно через крипту, можно через банковские карты, ну все. Яндекс все идет? Да, да, все а, есть. Все нормально, там да? 10, наверное, платежей, 10 этих кошельков всяких. Угу. Но я рекомендую Тинькофф, у меня ни проблем нету. Я уже 2 года в этой теме. Угу. Но оно мне как крымская не дает. Ну, лицензия 250 начало, он до 2000 работает. 500 до 5000 долларов работает, на 1000 долларов 2 робота по 15. Андрей, привет! На 2000 долларов это 50 тысяч каждый играет 2 робота. Самую главную информацию сказал. Звоните по телефону 816-737-5555. Вот а, так вот. Ты что? Иди отсюда, блин. Все слили, да? Слил, блин, да, иди отсюда, блин. Андрюха, с ребенком. Так, кто, девочка, мальчик? Мальчик, ой, тебе мальчик. Ура, блин, разбавил, молодец. Молодец. Уже, да, уже не прокатил. Привет, о, а я ж тебя искала. Привет, привет. Что, на роботе зарабатываете? Нормально? Ну, мы только подключили. А когда вы подключились? То ли 31 июля, то ли 1 августа. Ну, идет? Работает. 15 баксов. У Андрея, о, молодцы, уже заработали. 2 месяца уже. С минимума начали, да? Да. Ну, наверное, тоже минимум заведу, попробую. Попробуйте, серьезно. В таких вот замечательных местах остановились блогеры. Фу. Еле до них добрались. Договорились на пляже Инжир, но так далеко от самого пляжа Инжир остановились. Короче, в километре где-то. Поэтому дойти мы до них дошли, пообщались. Вот такие вот тут места, в принципе, даже могут проходить УАЗики. Но как территория заповедная, по-моему, все подряд машины сюда не пускают. Поэтому, кроме как на ялике, сюда не доберешься, ребята. И вообще, вот такая вот тут площадка обзорная. Сейчас выйду, покажу, что здесь. Фу, страшновато, если честно, подходить к обрыву. Вот такие вот. Ну, катеров здесь очень много. Одни приезжают, другие уезжают. Или приходят, уходят, точнее сказать. А нам идти аж вот туда, на дальний пляж, через лесок. Когда смотришь с этой стороны, кажется, ну, какие-то обрывы, скалы и непроходная чаща. Ну, сейчас пойдем, я вам покажу, как и дорожка еще. Очень приятно тут, в принципе, ходить. Вдоль берега вниз. Хорошо, да? Все. Вот такие вот
таблички в сторону туалета. И не только такие. Сейчас я еще вам кое-какие таблички покажу. Фу. Сейчас не запыхалась, устала. Вот такие вот дорожки, тропинки. Вот так вот. Вот такие обрывы. Тропа Тополя. Сюда пешком. Это 8 километров. Называется тропа здоровья. Вот так. Смотрите, можжевельники какие. Вот здесь вот на табличках написан примерный возраст можжевельников. Представляете? Вот. А рядом, как нам сказали, вот там вот на том мысу где-то строится дача. Сама госпожа Матвиенко себе ее строит. Вот так вот, ребята. Одни господа ушли, другие пришли. И какие катера там ходят, я вам уже показывала. Целые яхты мэров и правительственные. Вот они, блин, оказывается, зарплаты какие имели. Это чё мы так не живем? Слуги наши, называется. Как бы не смеялись. Так, дальше. Скажите, пожалуйста, там люди есть? Есть. И вода там даже там кафе есть? Есть, там даже туалет есть. Бинго! Буквально метров 200, наверное, уже близко. Это мне еще идти. Вот такие же, как я, которые долго-долго искали, где же этот туалет. Потому что как на пляж Инжир только выходишь, там сразу табличка туалет. Ну, как бы думаешь, что она недалеко. Ну, там, конечно, написано 700 метров, но как-то хочется верить, что это ближе. Все, и люди, видя эту табличку, идут к туалету. А как мне сказали, он еще ну, где-то рублей 40 стоит. Хотя точно я сказать не могу. Мне ребенка прям так пустили. Ни копейки с меня не взяли. Вот так вот. О, даже вот так вот. Такие вот городки тут. А что, даже не пообщаешься? Пообщаемся. В следующий раз. В следующий раз, хорошо. В следующем году, да? Все, домой. Мы собираемся. Как раз 9-10 человек. Ага. А заезжайте. Будете в Симферополе заезжать. Идемте на лобное место. Пойдемте. На лобное? Все. Сейчас собираемся. Изгонять. У кого есть этот? Как он назывался-то? Ну, который вешает, чтобы не изгнали. Иммунитетом. Иммунитет. Тащите иммунитет. Сейчас будем выгонять кого-нибудь. Я думаю, это единогласно уже знаем. Собираемся. Ваши каналы все процветают. И самое главное, здоровья, здоровья вашим деткам всем. Спасибо вашим тоже. Мы начинаем. Общаемся мы и так, как бы, весь и вечер, и вчерашний день, и сегодня в вольном стиле, да, то есть подходим, общаемся, любые вопросы задаем, кто хочет, к примеру, канал завести, кто хочет еще что-то сделать. А сегодня каждый из нас что-нибудь вам расскажет в том, наверное, что у него там лучше получилось, какие-то, может быть, лайфхаки и вообще... Что в этом блогинге, да? Я, например, там уже, я даже не знаю, 4-й, 5-й или 6-й год в этом блогинге. Я знаю, как было раньше, и каждый год это все изменяется. Любые тенденции в Ютубе, они вообще меняются. В Инстаграм я даже боюсь заходить в него, потому что я понимаю, зашел туда, мне эти правила, эти теги, это все вот это геолокация. Я даже не хочу его пробовать, потому что я понимаю, что это прям работа. Скажем так, но начиная от 100 тысяч подписчиков, он тебе дает... возможность, если правильно все применять, правильно все делать, уже 100% не ходить на работу, то есть не тратить свое время там с 7 утра, как люди делают, наверное, с 8, да, ну, кто по-разному это делает, там, до вечера. И я что пропагандирую? Я пропагандирую то, что каждый человек, самое ценное, что у нас есть, там, никакие там, ни деньги, ничего, да, а это семья и наше личное время. Так вот на блокфесте появляются такие вот продажи гамаков, которые шьют сами и за 1600 рублей, говорят, подарок. Человек шьет своими руками гамаки, ходит по пляжам, предлагает. Ну тут, конечно, деревьев много, есть где их вешать.
Пойду посмотрю. А этот какой лощок? Из плащевки, да? Брезент. Эти, да, эти нет. Это сатин софт, это габардин. Алло. На ощупь другие. Одни тянутся, другие не тянутся. Они в принципе другие. Одним нравятся одни, другим нравятся другие. И каждый для себя открывает тот, который ему очень подходит. Это же не трудно, это же не ракетные технологии. Матроскин со швейной машиной справлялся. О чем ж я? Чем не Матроскин? Я тоже считаю, что такое лучше, когда он закрывается. Во-первых, видно, что всякой гадости те лезет и падает. Проверяется на прочность. Да вряд ли, он бы что-то другое показал. Кто к нам пришел? Просмотров много. Витя, два судить, ничего это не дает. На блог-фестивале опять с блогерами. Вот тебе как, понравилось? Мне очень понравилось, очень много информации ценной. Атмосфера. Да, люди другие. Идем, падаем. Все куча дорога, но тут запах, воздух, лето. Лес. Интересно. Море. Люди. Горы. Классно. Да. Идем. Вечерок, жара спала, да? Да, сейчас море прохладное. Я тебя держу. И вообще все класс. Только мало. Потому что один день. Без ночевки. Люди спят с пятницы по воскресенье, то там и один день приехали в обед, и вот вечером уплываем, уходим на катере в море до балаклавы. Маленькое путешествие, но очень полезное. Да, для здоровья. А, пока. Что, понравилось сегодня? Море отмоем. А? Вот, в 2000 году еще... Устал, заяц, да? Прячешься. Все. А сейчас вам, пожалуйста, поход по берегу. Такой вот катер. Едем назад. Фух, жарко. Ты на девочку похож. А в принципе... Тебя видит. Шли мы на Инжир, а назад идем с Золотого пляжа. И, в принципе, если бы на Золотом пляже изначально вышли, то там поднимаешься наверх, и идет дорога накатанная, автомобильная. И, в принципе, до самого места, где находились блогеры и находятся, в принципе, сейчас еще до воскресенья. А Инжир – это немножко дальше пляж. Там дорожка не очень удобная, поэтому, по сути, надо было на Золотом останавливаться. Вот так.